Так. Это вторая часть будет. Вот у меня магония ожила. Стала свеженькая такая, красавица. Очень нравится мне она листвой своей. Шикарная такая. Здесь у меня рассадила, как ясколки посадила, гвоздички, флоксик вот этот маленький посадила. Не знаю, не хочет расти он. Это двухцветный он такой. Белый самый, и в крап идет. Ой. Здесь Вероника, не знаю, как она, пестролистная какая-то. И в ней гвоздичка. Очень красиво смотрится это. И еще забыла, как она называется. Вот. А здесь у меня получается как мини-садик такой. Очитки там, каменная роза, флоксики, гвоздички, все там такое. Ну, так я вот захотела. Скоро зацветут колокольчики. Дельфиниумы. Отцветает моя камнеломочка. Здесь гвоздички. Там вот у меня к забору сетка получается. Сделали. Там у меня будет плестись девичий виноград и клематисы. Ой. Кусаются. Вот так вот у меня смотрится здесь участочек. Посадили газон, а поливать этот газон нечем. Это калина бульдонеш. Так вот выглядит этот кустик. Красавец. Сейчас покажу его с другой стороны. Вот так вот смотрится. Главное, макушка стоит голая, а с одного края, как ободком, волной, вот она зацвела. Ну, так даже, мне кажется, еще красивее смотрится, как ободок. Так. Вот так вот и смотрится у меня вот этот уголок. Это у меня лучок белый, декоративный лук. Вот где веревочки, там клематисы у меня молодые. Но в этом году у нас было очень холодно и дождливо. Весна сильно дождливая была. И у нас получилось, что, считай, на месяц мы отстаем. Вот. Вот так смотрится мой сад. А здесь вот у нас должен быть газон. Ну, там вот вначале травка начала прорастать, потому что пожарка приезжала, и мы поливали. И туда попала водичка. И дождик у нас маленький, небольшой был. Не знаю, что он там у нас промочил.
Ну, факт то, что газончик как начинается. Сейчас еще покажу свой клематис. Давайте природу покажу. Потому что девочкам наш край очень нравится. У нас очень красивая природа. Мы живем в котловане среди гор. Небо у нас вон какое красивое небо. Там вон прям облачка какие. Дождя бы нам, но не сильного. Вот так вот. Так, здесь у нас это Ленина. Мир вашему дому. Пилар Гоша. Не хочет они расти. Жарко. Хотя я их поливаю. Здесь у меня тоже клематис. Клематис. Белое облако. Сейчас мы покажем его. Оба. Вот он, клематис. Солнце не дает. Вот он. В этом году я успела его расположить правильно. И он хорошо пошел. Пиончики. Красавцы какие. Извиняюсь. Так, здесь у меня лилии. А здесь у меня виноград. Не знаю, что с ним делать, с этим виноградом, который плодоносит. То он замерзает, то он подмерзает, то он не хочет расти, то он это, то он то. И не знаю, что с ним делать. Так, вот здесь я хочу показать вам. Здесь у меня пиритрум. Здесь у меня метельчатая гортензия. И, похоже, она у меня будет цвести. Девочки, подскажите, пожалуйста, я метельчатую гортензию думала, что одной веткой они цветут. Получается, вот идет ствол, и должна шапка идти. Но у нее, получается, идут побеги, и каждый побег на цвету. Вот смотрите, каждый побег, вот он, и весь он, каждый побег в цвету. Я, конечно, очень рада этому, что она так у меня будет цвести. Очень рада. Она у меня что, 2 года, 3-й. И она меня порадует. Их бы отливать нужно, но у меня нету столько воды отливать. У меня уже и так муж ругается на меня. Экономить воду надо, экономить воду. Как ее будешь экономить-то? Воду эту. Когда цветы пить хотят, а я буду смотреть на воду, экономить ее. Вот моя сиренька. Солнышко не дает никак. Вот она моя красавица. В прошлом году у нас замерзла сирень. Уже цветает она. В этом году она все-таки у нас погодные условия нам дали насладиться ею. Вот так вот. Вот моя тропиночка через арку. Там. И
Вот отсюда лучше смотрится. Так, наступила на цветочки. Вот такое у нас небо. Так, сегодня к вечеру обещают дождь. Но я опять сомневаюсь в этом, что будет дождь. Так это. Птички поют. Люблю по утрам работать. Девичий виноград начинает обрастать, занимать свое место парадное. Так вот у меня лилии, геранечка. Да, земля очень сухая, очень сухая. Прям очень сухо. Но внутри влага есть. Внутри влага есть. И вот у меня распустилась лапчатка курильская. Только она почему-то не нежно-розовая, а какая-то белесая такая. И вот у меня лилия распускается. Маргаритки это злостные такие прям. Мне нравятся маргаритки, но они заполоняют все на своем пути. Все. И вот их надо опять с ними бороться. Вот так смотрится у меня. Там смотрится. Здесь я еще не чистила, еще не это. Не отошли мускари, тюльпанчики, все это. Здесь и гехера Москвы начинает зацветать. И вот здесь вот у меня, я вам показывала, с одной стороны там с летней кухни оттуда клематис, и вот это. Вот этот клематис голубой, такой красивый. У него и листья вон какие крупные. Вон какие листья крупные. Шапки у него такие хорошие прям. И вот он будет зацветать. Он зацветает, наверное, может, самый первый. Ну, после облака, наверное, белого. Вот так вот и смотрится мой сад. Так, ну и все. Вот здесь покажу и будем заканчивать. Итак, красавцы. Коровяк. Вот есть такой у меня. И там посветлее. И вот он посветлее. Вот так смотрится.
Ну все. До свидания. До новых встреч. Всем желаю хорошей погоды, у кого погода плохая. Солнышко побольше. Урожай хороший. А нам я желаю теплого, летнего и насыщенного дождичка, чтоб полил мой сад-огород. Да и не только мне полил. У нас здесь много у кого нету воды. У нас нету воды. Три горы. Ну, у кого-то есть пруд там вдалеке. А у нас нету пруда. Потому что у нас скала. И на скале мы. И у нас ни колодец здесь не сделаешь. Ничего не сделаешь. Так, сейчас я вам еще покажу выше свой сад. Вот отсюда. Опа-на. Ага. Ну, надеюсь, что получится. Вот так, 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 так. Вот так, так. Ну все, давайте. Пока-пока. До новых встреч. Кому понравилось видео, не забывайте ставить пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. Пишите комментарии. Пока-пока.